Всем привет! Привет! Мы с Лизой сегодня открываем опять сюрпризики, да? Да. Были только что в магазине. Лиза себе выбрала кучу разных всяких пакетиков и будет их сейчас открывать, да? Да. Покажи, что ты там сегодня выбрала. Лего. Лего, да? Лего, это что, мини-фигурки, да? Мини-фигурки Лего. Это что это такое? Это Лего Симпсон. Да, это Лего Симпсоны у тебя, да? Мини-фигурки. А Лего? Это не знаю, что за просто какие-то герои Лего. Это смурфики. Пакетик. Да. Гадкие я миньоны. Гадкие миньоны. Так, это мялка какая-то, Машемс, да? Понял, как Салли у тебя мялка есть, да? Да. Понятно. Так, что у тебя еще есть? Карандаши. Карандаши фломастеры Лиза себе купила, да? А какие это вот эти ложки такие пять? Да. Москухай. И Монстр Хай мармеладки, да? Да. А, и яйцо. Яйцо Киндер-Джой для девочек. Киндер-Джой для девочек, молодец. Ну давай, что мы будем сначала открывать? Мялку? Да. Yeah. Ну, есть там за что потянуть? Давай, рви. Так. Давай, давай. Оп, молодец. Капитана Америка. Ну-ка, что там за мялка? Капитан Америка. Капитан Америка? Да. Yeah. Ты всех мялок, что ли, знаешь? Да. Yeah. Ну, ты даешь. Да, большая голова от Капитана Америки. Или это он целиком такой? Целиком. А, целиком. Просто голова очень большая, а тельце маленькое, да? Давай это я уберу. Так, ну-ка покажи, как он мнется. О, он какой. Во, во. Всякий бим-бим. Ага. Ух. О, буковка А. И нос, и рот, и глаза. Классный. Действительно, мягенький, хороший такой. Так. Лего. Лего? Да. Есть где оторвать? Нет. Нету? Доставай. Так, что там? Ой. Ой, порвало. Могла бы и так достать. Папа, посмотри, что там есть. Так, давай посмотрим, что тут у нас такое. О! Музыкант. Нет, это не музыкант. Это у нас зеленый гоблин. Это у нас зеленый гоблин будет. Вот этот вот. Дай показать гоблин. Вот он, смотри. Вот этот. Давай папа его соберет. Какой часик. Во, какой у нас получился. Во, гоблин. Зеленый. Гоблин какой. Так. Миньоны. Миньонов открывать будешь? Да. Давай, открывай. Что нам там достанется? Ну-ка. Ой. Скажи, ждали миньона, да? А получился у нас какой-то другой персонаж. А, нет, все правильно. Это девочка из миньонов. Опа! О, какая. Камера у нас не приближает. Поэтому как есть расположим ее. Так, что там у тебя дальше? Монстр Хай? Да. Ну, давай откроем. А кукольки нету? Нету опять? Да. Давай помогу. Давай. Смотри. Мармеладки. Мармеладки. Ну, вот это высыпай. Ой, а что за мармеладки у нас тут? Какие-то личинки? Точно. Личинки.
Мокрицы какие-то, похоже. Это какая? Не знаю, попробуй какая. Ничего такая? Вкусная? Покуми, папа, какой это кусь? Я не знаю, ты же кушаешь. Не знаю, какой. Вишенка, может быть? Нет, не вишенка. Малинка? Да. Малиновая, да? Понятно. Давай папа попробует вот эту желтенькую. Хорошо? Можно? Да. Так, что будешь открывать? Давай. Смурфики. Нет, так. Ценник можешь не отдирать. Давай, я тебе помогу. Доставай. Ну, что там у тебя? Да, у смурфиков совсем не густо. У смурфиков получилась какая-то картоночка. Картонный смурфик. Есть смурфик-пекарь, смурфик просто смурфик и мозговитый смурфик, да? Так. Ага, смурфетка, папа смурф и какой-то скряга там, вредина. Да? На, посмотри. А, нет, смотри, есть какой-то смурфик все-таки. Я-то думал, что не будет. Так, и к нему горы вот эти, да? А это девочка. Где, покажи. Вот, да, это смурфетка. Это девочка. Девочка-смурфетка, правильно. Вот здесь положим. Угу, так. Симпсон. Картинка Симпсонов. Так, а вот и фон. Опа, вот так поставим. О, давай, доставай Симпсонов. Тоже не открываются? Да. Смотри. Так, вкладыш. Ну, вчера мы такое видели. Да? Ой. Ну-ка, кто сегодня достался? А? Кто там? Ой, кажется, это Гомер. Судя по прическе. Да? Да. Так. Поставь его на подставочку. Получился у нас вот такой Гомер. Ай! Убежал. Гомер с подарком. Давай. Давай его поставлю. Нет. Сама? Ну, молодец. Давай, вот умница. Все, ставь. Во. Это у нас Гомер с подарком получился. Сюда его поставь, к смурфику. Так, ты решила фломастеры? Да. Да? А Kinder Joy потом? Да. Так, ну давай, теперь открываем Kinder Joy. Ух ты, какие монстры. Ой, вам Гомер попался. Ага. Да что ж такое? У тебя постоянно отламываются язычки. Никак. Ну. Опа! Шарики буду кушать. На, открывай, посмотри, какой шарики сюрприз. Шарики буду. А, шарики будешь кушать, хорошо. Козичка всякая есть. Так. И что у нас в Kinder Joy? Что это такое? Козичка. Что это? Водичка. Водичка? Нет, это похоже на кисточку какую-то. Ну-ка, надо посмотреть, что это такое. И на кисти. Да? Что-то не совсем я понял, что это. И на кисти. И наклейки. Дай-ка бумажечку посмотрим. Да. Что это у нас такое? Я а, это у нас брелки такие с кисточкой. Я хочу. Брелоки. Я хочу. И ими можно рисовать. Угу. А сейчас вот. Ну, не совсем так. Папа, погоди. А я пока... Сейчас помогу. А я пока наклею на клеечки. Смотри. Делайте. Во, вот смотри.
Вот так это должно выглядеть брелочек. Потом вот сюда водичку нужно будет капнуть. И можно будет рисовать. Сейчас папа водичку нальет какую-нибудь. А ты сейчас будешь рисовать. Вот, смотри. Вот так вот. Оп. И здесь можешь попробовать пробу пера свою. Давай. Ну, рисует. Рисует. Зеленка получается какая-то. Да? Ну что, на сегодня это все? Да? Мы открыли все сюрпризы. Все сюрпризы, кроме фломастеров. Ну, фломастеры мы сейчас открывать будем уже не на камеру. Откроем, будем рисовать свинку Пеппу, да? Пока-пока. Пока-пока. Все, побежала.